защита от воды и сенсорный дисплей. Сегодня распакуем смарт-часы JetSport SW5. В комплекте документация, зарядное устройство и сами часы. Девайс получил металлический корпус с защитой от воды по стандарту IP68. Часы не боятся погружения на глубину более метра на протяжении 30 минут. На корпусе разместилась одна физическая клавиша. В основном часы управляются через сенсорный IPS-дисплей на 1,44 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. Теперь к возможностям. Эта модель следит за сном, шагами, пульсом, дублирует уведомления с подключенного смартфона. Также эти часы измеряют артериальное давление и уровень содержания кислорода в крови. Но учтите, что точность измерений уступает медицинским датчикам. Встроенного GPS тут нет, как и возможности загружать в часы свою музыку. Так что без смартфона на пробежке не обойтись. Подведем итог. Это фитнес-трекер в корпусе часов с солидной защитой от воды. Возможностей этих часов хватит нетребовательным пользователям. Но заядлым спортсменам будет не хватать модуля GPS или настраиваемых тренировок. Thank you.